Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра АФК Арена. И в этом выпуске мы проведем обзор финальных боев, поединков, так сказать, на 37 главе. Расскажу вам немножечко об этой главе, расскажу вам немножечко о игровых механиках, которые доступны на данный момент. То есть уровень сложности, в частности, нас будет интересовать. Ну, начнем, пожалуй, с последнего вопроса. Это снижение уровня сложности на картах компании 37-я, 38-я. В чем особенность? Дело в том, что в одном из предыдущих обновлений было сказано, что всякий раз уровень сложности будет снижаться, ну, как бы типа автоматически, то есть уже не будут об этом слишком много разговаривать разработчики, и все зависит от того, сколько игроков и куда дошли. Допустим, 1000 игроков там прошла, там, 37-ю главу, да, раз уровень сложности слетел, там, допустим, на 20%. Вот. Потом прошло еще 5000, там раз еще слетел. И так далее, далее, далее. То есть, в принципе, все будет зависеть от того, на какой главе и так далее остановилась основная масса топчиков, дабы подтягивались уже игроки, так сказать, среднего класса. И уже такие простенькие-простенькие игроки также могли проходить, а не сидеть на одной главе очень-очень долго. В принципе, в моем случае получилось так, что 37-я глава стала для меня, скажем так, очень-очень сложным таким вот барьером. Вот, как началось еще в самом начале, там, по-моему, 37-4 или 37-8, уже точно не помню, этап. И вот там прям долго сидел. Ну, времени просто как-то не было заняться главою. В принципе, герои были уже даже перекачаны. Для прохождения 37 главы был необходим 350, ну, 360 уровень. То есть это, в принципе, такой вот хороший результат для прохождения 37 главы. Вот у меня уже сейчас уровень побольше. Вот и вдобавок еще и снизился уровень сложности самих персонажей примерно в два раза. То есть, смотрите. Вот, злодеи практически такого же уровня по мощи, как и наши герои. Такой командой я катал, в принципе, все основные простые этапы. Вот так вот у нас оформление героев было вот использовано. Давайте-ка уничтожим этих злодеев, да? Вот с одного ультимейта вырубает практически всех Айнс. Но остается, да, вот Укун, у которого иммунитет и там щиты, поглощающие количество уронов, а не определенную силу. Так, последний бой. Здесь действительно враги уже чуть-чуть посильнее, поинтереснее. Сейчас я быстренько расставлю наших героев и потом уже посмотрим, насколько легко удастся продавить этих злодеев. Перестроил команды, перестроил героев внутри команд, то есть расположение самих персонажей. Первая команда у нас основана на уроне от енота. Енот прокачан почти на максималку, то есть гравировка единственное, что не прокачана у него. Но в целом енот и так очень-очень эффективен. Усилен вдобавок еще и Розалиной. В качестве героев контроля у нас будут выступать два основных массовика. Розалина будет подкидывать какие-то эффекты. Ну, досмотрим, что получается у нас. Первый бой. Энерджи сразу 7 по соточке. Выбили нашего основного, вот, так сказать, хилера, урончика. Да, не так должно было все получиться. Почему? Потому что, ну, эта пачка вообще разрывала там без проблем первую команду, но да, и так получилось очень хорошо. То есть енот успел выстрелить всего несколько раз. Скрэг был неудобной целью для енота. Возможно, стоило поменять местами с верхними персонажами нижних. Так, вторая пачка у нас здесь основана на Квин, да? На Джокере, точнее. Джокер-пак. Вот, вместе с героями-лучниками. Гвинет и Фераэля. В принципе, вот этих ребят можно было бы заменить на кого угодно. Вот, тройка Гвинет, Артур, Фераэль, она разбирает и так всех. Но в целом будет интересно поиспользовать Джокера хоть где-нибудь, хоть в каких-нибудь командах. Посмотрите, что происходит. Сразу заставочка, да, Джокер
вот красный экран включает, вот это дополнительный урон, который наносится противникам в случае, если они подвергаются способности массового контроля. Так вот, Гвинет, Фераэль и Принц Персии, они обладают способностями массового контроля. Вот так вот получилось. Третий бой здесь, он один из самых неудобных. Почему? Потому что есть и прыгун, есть вот Эстрильда, которая сбивает нашего основного какого-нибудь бойца первой линии. В целом, вот такой вот пак, исключительно заточенный на пространственных героях. Опять же, из основных персонажей здесь Айнс, конечно, и Альбеда. Эцио, он здесь, ну, не то чтобы прям не нужен, вот, но Эцио можно использовать и в других командах, то есть в Айнс-паке для компании он не особо нужен. Здесь вот такой вот формат уже у нас идет, да, будем контрить Гвинет. Вот, остальные герои чисто на уроне. Но здесь и так, скажем так, три основных уронщика, да. Вот, раз, два, и даже в каком-то плане Мишку можно такое считать. Ну да, хорошо защищает Хендрик всю нашу пачку. Вот это да, как-то быстро получилось. Уничтожили сразу всех. Но это, так сказать, частный случай. Почему я не ставлю сюда этого злодея? Потому что он, скорее всего, сейчас получит оглушение, да? А, не, у него щит, точно, забыл я об этом. Вот. Так. Вот обычно он получает оглушение от Люция, и все. Но сейчас, да, мы использовали же артефакт щит, который дает хп и дает возможность игнорировать контроль. Так, здесь у нас что будет? Давайте-ка, наверное, вот так вот сделаем. И вот так вот. А еще лучше вот так вот. Наверное, будет наиболее оптимально. Вот это да, вот это насыпалово так насыпалово. Ха. Не ожидал я такого подвоха. Все-таки пришлось местами поменять героев второго ряда. Давайте-ка посмотрим, что получилось. Финальная битва. Одена я поставил на верхнюю позицию и вниз поставил Дэймона для танкования, так сказать, усиленного. Грэжула все-таки смели. И подозреваю я, что с Грэжулом не все в порядке. Наверное, шмот я перекидывал для прохождения какой-нибудь фракционной башни. Потому что слишком быстро его смели. То есть, ну, не должно быть такого. Еще раз посмотрим статистику последней битвы. Так. Один хорошо вложился. Нет, на Грэжуле, в принципе, нормально все было экипировано. Ну тогда да, тогда непонятно, почему он так быстро откис. Так, смотрим следующую главу. Что же нас там ждет? Ну вот, в этой новой 38 главе. Так. Даже вот на 39 главу, как вы видите, перебрался уже один из наших топчиков по гильдии. Вот, а мы пока лишь только-только начинаем 38. Нажимаю, что, что им не нравится. Все, окей, вперед. Есть. Так, здесь тоже какой-то корабль такой, да, непонятный. Вот осьминог какой-то затащил. Проверим-ка на прочность первый пак. Но обычно первый бой на новой главе очень-очень простой. Проблема начинается, я вот заметил в начале. Вот это 4-й, 8-й, 12-й уровень. И потом где-то там 30-е и 40 какой-то еще может быть уровень из сложненьких. Давайте еще один попробуем пройти. А вот здесь уже 200 тысяч уровень силы, то есть в два раза больше, чем у нашей команды. Но это очень-очень мало. Для такого раскача, для такого прокача, это очень мало. В принципе, имея героев с подобным прокачем, можно спокойненько пройти и 38 главу. Чем я, пожалуй, буду в последнее время заниматься. Да, Айнс, конечно, насыпает хорошо.
Вот такая вот фишка. Поэтому, друзья, если вы вдруг где-то остановились, да, не получается пройти, то попробуйте сейчас попроходить сложные какие-то этапы. Скорее всего, сложность была снижена и на ваших главах также, поэтому можно будет спокойненько продвинуться дальше. Так, вот смотрите, кстати, в плане прокачки. 467 уровень, да? Вот, и уже давным-давно вот так аккаунт добрался, вот игрок, до 38 главы. Мы также будем теперь пробиваться дальше, пробиваться к выходу до прохождения 38 главы полностью. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будут вопросы, пишите их в комментариях и в наших соцсетях. Ссылочки на которые, как обычно, в прикрепленном комменте и в описании к этому видео. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.